Всем привет! Это вторая часть грузинских каникул. Нас ждет потрясающий вечер. У нас сегодня в планах, во-первых, найти экскурсии на завтра. Мы сравним цены Джойнапа, туроператора, который предложил нам экскурсии, и местных туроператоров, конечно, если они будут еще открыты. Мы планируем посетить колесо обозрения. В Батуми это главная достопримечательность. Еще мы хотим увидеть статую Нинои Али. Это памятник вечной любви, потрясающее сооружение, которое я обязательно должна вам показать. Конечно же, мы еще хотим поужинать в знаменитой башне Алфавита. Это замечательное сооружение, которое создано грузинскими архитекторами, и на нем полностью изображен грузинский алфавит, поэтому именно так оно и называется. Мы хотим еще взять велосипеды, проехаться по набережной, посмотреть город. В общем, планов у нас море. Уверена, что этот влог будет очень классным. Вам это все обязательно понравится. Итак, погнали! Пока Игорь меняет деньги, я вам расскажу немного о курсе валют. Смотрите, 1 доллар – это 2,56 лари. То есть примерно, чтобы высчитать цены гривны, нужно умножать стоимость в лари на 11 и получить стоимость к оплате в гривне. Один капучино стоит 4 лари, то есть на гривны это около 50 гривен, правильно? 44. 44 гривны. А что такое? Это выезжаем в 12 часов, вы едете с гидом, едете по побережью города. Он вас знакомит, что будете проезжать по побережью. Все наши новостройки, наш бульвар до конца, доехали до границы с Турцией. Ну это абсолютно ничего, маршрут номер один рассказывает. Поворот, сделайте остановку Андрея Первозванного, статуя, посвященная апостолу. Он проповедовал христианство в Грузии. Грузия – древняя христианская страна. Затем посещаете Конийскую крепость. Мы построили римляне. Почему они здесь оказались, вам подробно расскажет гид. Там велись раскопки, это Андрея Первозванного статуя, там же 20-метровый водопад. Вот здесь есть ступеньки, вот его к этому подножию подходите, там трон стоит. Вот это крепость, ее построили римляне, и там вот у них очень много интересного ветра. Это музей, вы его тоже посещаете. Там даже в избежании подкопа, они 5-метровый фундамент у этой крепости. Вот она сама, эта крепость. Вот его территория. А что-то связанное с водой, там может быть нет никаких экскурсий? Там... Ну это на завтра конкретно. На завтра. Ну, с водой что именно? Ну, водопады, водопады. Да, вот переезжаем, потом это побережье. Делайте крюк, приезжаем, место слияния двух рек, остановка. Затем Нахунцевский водопад 50 метров. Арочный мостик царицы Тамары. Чем он знаменит? То, что он был, даже два там, еще на холы посмотрите, и Нахунцевский. Он был построен при царице Тамаре в 12 столетии. Но видите, он арка каменная. Она до сих пор эксплуатируется, на ней ездят, ходят. Вы тоже здесь прогуливаетесь, у водопада прогуливаетесь. Вот. И этот, как его, винный дом еще там, на этой же территории, все это недалеко друг от друга, но винный дом это частная собственность, он почему-то каждым годом повышает цену, вход в этот винный дом. Да, мы не оплачиваем это. Раньше здесь был 2, в прошлом году 5, в этом году 7. И что там предлагают? 150 грамм дегустации. Или красные, или белые, 2 бокала вина. Если решите, зайдете, мы не... Плюс 2 бутылки Кинс-Барауля. 45 на человека. Это 90, 90 умножить на 11, 990. 1000 гривен. 1000 гривен, да? А сколько часов? Да, а сколько часов экскурсии? С 12 дня и до 7 вечера. Знаете почему? Потому что многие хотят пойти на море. А вот это если завтра поехать, в принципе, ну интересно, мне кажется, да? Не знаю, все приезжают очень довольны. Если вы еще там подниметесь в одно ущелье, где форель разводят, ну правда это за дополнительную плату. Ну там предлагают же будут, да? Да, там ведь предложат это самое поехать, там покушать. Там форель он разводит, у него три бассейна. Одна маленькая, вторая большая. Но там знаете, какая сказочная природа, как джунгли вообще, этот, растительность. И речка журчит, главное. И у него беседки, у каждого в своей компании там располагается. Приготовят репку, да? Да, ну что. Ну, ребята, пункт номер один мы выполнили. Мы купили экскурсию на завтра. Завтра мы будем смотреть все окрестности Батуми. Уверена, что нам эта экскурсия понравится и вам в том числе, потому что вы будете ее зрителями так же, как и мы. Две бутылки вина в подарок, экскурсия стоит 990 гривен. Мне кажется, что это хорошая сделка. Но позади меня находятся две достопримечательности Батуми. Это колесо обозрения. Посмотрите, какое оно яркое, красочное в ночное время суток. И башня Алфавита. Она, конечно же, тоже светится всеми огнями. Она очень красивая, и мне очень хочется попасть в ресторан, который находится на самой верхушке этой башни, на ужин. И посмотрим, получится у нас это сегодня сделать или нет.
что настал тот момент, мы купили билеты. Билеты стоят 5 лари, то есть это 55 гривен с человека. Колесо обозрения огромное, но 55 метров в диаметре. Нам, конечно, немного страшно, но я думаю, что это безопасно. Думаешь, не безопасно? Страшно. Не страшно? Ну, я думаю, что нас ждут классные виды. Очень интересно. В жизни катаюсь на колесе обозрения. Это очень прикольное ощущение невесомости. Особенно классно смотреть на эти прекрасные виды. Посмотрите, весь Батуми у вас перед глазами. Здесь такое сочетание архитектуры, природы, моря. Здесь есть все, что хочется увидеть сразу. Я вам очень рекомендую покататься на колесе обозрения. Тем более, что это стоит очень доступно, а эмоции вы получите просто море. А еще сегодня просто нереальная луна. Посмотрите, какая она яркая. Она одна единственная на небе, нет звездочек вообще. Мне кажется, что сегодня полнолуние. Весь вечер специально для нас. За моей спиной находится памятник вечной любви, статуи Али и Нино. Они крутятся по кругу, и создается такая оптическая иллюзия, что они сначала расходятся, потом они сходятся, целуются и сливаются воедино. Все как в реальной жизни. Очень красиво, и мы постараемся вам передать эту всю красоту в действии. Ребята, представляете, в самом центре Батуми стоит вертолет. Я не представляю, чтобы у нас в Николаеве или в Одессе или в Киеве вот так посредине города стоял настоящий вертолет. Не игрушечный, а настоящий. Смотрите, какие у него лопасти, просто красавчик. Чтобы покататься на вертолете, нужно заплатить всего лишь 100 лари с человека, если вас собралось 5 человек. За 5 минут. За 5 минут. Ну, на самом деле, не так уж и дорого. Потом скажут, что 5 минут нельзя, 10 надо. Как и обещали, мы пришли в башню Алфавит. Собираемся купить билет. Билет стоит 10 лари на одного человека. 110 гривен на одного человека. Это просто подняться и спуститься на лифте. Часто ночью работает. Ну что, погнали ужинать, да? Угу. Здесь очень романтичная обстановка, но мне кажется, что нужно сюда приходить днем, чтобы было все видно. Но, если честно, и в ночном виде тоже есть что-то такое особенное. Все в огоньках, все смотрится таким маленьким.
потому что мы находимся на самом деле на высоте 140 метров. Это практически в три раза больше, чем диаметр колеса обозрения. Дух захватывает. Колесо с ним. А вон и колесо обозрения. Видите, какое оно крохотное. В общем, это место must-have, его нужно обязательно посетить, для того, чтобы у вас сложилась полная картинка Батуми. За столик в ресторане. Здесь очень атмосферно, очень красиво. И есть еще одна особенность, что этот ресторан крутится по своей оси. Мы это заметили, это так необычно, находиться в месте, которое постоянно вращается. Мы сделали уже заказ. Цены, конечно, в этом ресторане очень высокие. Например, когда мы заказывали в обед хачапури, в том месте оно стоило 8 лари. Здесь хачапури стоит 18 лари. И порция, как нам сказали, намного меньше. Вообще, когда мы спрашиваем у официанта, какие здесь порции, он нам рассказывает. Тарелка вот такая, порция вот такая. Очень смешно. Но для того, чтобы вы ориентировались в ценах, рассказываю. Например, просто грузинский салат, огурцы и помидоры. 16 лари, то есть это 180 гривен. Например, хачапури по-менгирельски 18 лари, то есть это 200 гривен. Мы заказали чашашули с телятиной. Это тушеная телятина с помидорами, грузинское блюдо. 19 лари и аджахури с телятиной. Аджахури очень похож на наше обычное жаркое. Это 16 лари. Также мы заказали еще бутылку вина 35 лари. Но бутылку вина дешевле заказывать, потому что один бокал вина стоит 10 лари. В бокале 150 грамм, то есть 300 грамм за 20 лари. Лучше брать бутылку. А вообще здесь очень приятная музыка, очень прикольно. Будьте готовы, конечно, заплатить больше, чем в любом грузинском месте, потому что здесь место класса люкс. Но его мы обязательно должны были посетить. Мы и так ждем наш заказ. Ну что, ребята, нам уже принесли еду, мы ее уже попробовали. Все очень вкусно, порции, конечно, не такие огромные, как в предыдущем месте, но главное, что вкусно. Тем более, что уже на часах, наверное, половина 11 вечера, нам совершенно достаточно. Конечно, цены кусаются, но если бы это было место, например, в Киеве, ресторан такого плана, на такой башне, я думаю, что мы бы посидели намного дороже. Здесь очень атмосферно, здесь потрясающая музыка. Я обязательно в конце вставлю несколько видеороликов певца. Такое ощущение, что мы побывали на концерте Джо Кокера. Очень круто. Ну, а наш вечер подходит к концу. Мы будем наслаждаться едой, наслаждаться атмосферой. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Это только второй день, вернее первый, потому что мы прилетели вчера вечером, а уже столько всего произошло. До встречи в следующих видео. А с вами была Светлана Бугела. Огромное спасибо, что смотрите. И пока! So once alone, of that rich museum, baby, it lost its charm. So baby, made a boat with a one gun down. Now my Bible says, "Don't go into your heart, baby." It's a man has forever. Yeah. Oh, we know that nothing should ever end. Don't you know that man made money?